Он служил и волнорезом этому порту. На суше вот эти помещения тоже явно в породе высеченные склады порта. А теперь посмотрите резко направо. Буквально напротив вот эта деревня с крепостью. Капитан сейчас разворачивается, мы туда направляемся. Смотреть в эти окошки смысла уже нету. Располагайтесь там, где вам было удобно, до того, как я всех позвала сюда. Проходит более или менее спокойно. Я имею в виду без природных катаклизмов. Не без исторических, потому что в конце 7 века на этой земле начались арабские нашествия. Повторюсь, тогда многие города начали в срочном порядке строить оборонительное сооружение. Жители Семена построили что такое? Я имею в виду крепость. Она была построена и по правилам, и не по правилам. И это видно издалека. По правилам на возвышенность. Не по правилам. Здесь циркуляция подземных вод очень богата. Под давлением вода иногда поднимается на поверхность, поэтому колодцы строят. Где-то сегодня ее качают просто. Смысл в том, что часто эти землетрясения приводят к тому, что эти русла перекрываются. Видимо, то же самое в 10 веке здесь произошло. Из-за отсутствия воды пресной город был покинут своими жителями. При 10 веке. 10 веков им никто не интересовался. 20 век настал. В начале 20 века, около 100 лет назад, в этих местах некий клан турков, семейство, не имеющее постоянного места жительства, кочевой образ жизни вели, идут, пасут своих животных. И по этим водам, переплывая их, хозяин, это значит моряк, судовладелец, торговец по морю, добирался до второй жизни. Дома-корабли, дома на скалах, называемые ликийцами, копия дома первой жизни. Типично ликийские захоронения, их можно увидеть только в ликийских городах. Ликия – это полуостров Теке. Археологи обнаружили на сегодняшний день 47 ликийских городов по всему полуострову Теке. Минимум, если есть желание еще глубже ознакомиться с ликийской культурой, вам надо поинтересоваться насчет экскурсий трехдневных Ликия-тур. За это время посещается 21 ликийский город. Вплоть до, как меня ребята спрашивали, Дальяна. Здесь завершается осмотр заповедника Кекова Семена. Сейчас наш капитан выберет какую-нибудь бухту спокойную, бросим якорь, и, соответственно, желающие смогут искупаться.